Добрый вечер. Ну что ж, мы рады приветствовать вас в этом новом замечательном заведении, в клубе Алексея Козлова. Вот. Здесь очень уютно, отличный звук. И сегодня постараемся порадовать вас полноценным таким джаз-фьюжн концертом. Начнем мы с пьесы великого музыканта джазового Чарли Мингуса. Пьеса посвящена его другу Лестеру Янгу. И называется она «Прощай, длиннополая шляпа» или «Goodbye, pork pie hat». Такой трогательный момент, когда вот, ну, один великий музыкант посвятил композицию другому. Вот. И тоже вот, неплохие музыканты, это еще вот сейчас будет исполняться. Thank you.
We'll be right back.
Так, сегодня для вас играет Александр Штраверов, гитара. Роман Гринёв, бас-гитара. Алексей Самарин, клавиши инструмента. Петр Ившин, барабаны. Ну, меня зовут Феликс Лахути. Итак, мы продолжаем. Следующая композиция, вот будет моя композиция, называется «Лесная песня». Вот, это с альбома, который вот-вот должен, ну, выйти скоро. Вот альбом под названием «Universal Love». Thank you.
Песня, и сейчас опять-таки с предстоящего нового альбома песня под названием
рождения. Тут тоже моего сочинения. Thank you.
сейчас мы хотим объявить пьесу нашего пианиста Алексея Саманина, которая посвящена его сенегальскому другу, перкуссионисту Ксавье Жуле. Пьеса, как вы можете догадаться, написана в афроритмах. Вот. И называется она «Hey, Ксавье». Thank you.
Еще раз добрый вечер. Сейчас хотим мы представить внимание, поскольку вот сегодня в основном авторский материал. Вот мы закончили первое отделение пьесы Алексея Самарина «Ксавье». Второе отделение начинаем с пьесы Александра Староверова, нашего гитариста, который называется «Sunburst». We'll be right back.
Так, следующая пьеса моя, называется она «Take 11». Это ответ Полю Дезмонду на его знаменитый «Take 5». Вот. Ну, как можно догадаться, что ритмический размер этой пьесы будет 11 восьмых. Вот. И сейчас мы проведем этот диалог времен. Thank you.
Так, Take Eleven. Такой русский международный ответ Полю Дезмонду. Не знаю, как это даже назвать. Ну, в общем, сейчас у нас на очереди пьеса Романа Гринёва, нашего бас-гитариста. Называется она «Карма». Или, иначе говоря, «Действие», «Закон взаимозависимости», «Закон причинно-следственной связи», который очевиден для каждого наблюдателя. Thank you.
Чувство мелодии. Thank you.
I'm
Александр Старовел, Алексей Саманин, Роман Гринёв, Петр Ившин, Феликс Махути. Итак, вот на нынешнем витке для вас была наша программа. Спасибо вам огромное. Вот спасибо этому клубу, что он вот наконец возник в нашем городе. И, в общем, я думаю, что все мы еще можем сейчас после концерта пообщаться, но концертная часть на этом заканчивается. Спасибо.